Письмо номер 13. Письмо номер 13 написал охранник. Он рассказывает нам то, что вместе с гусеницей и упсом они искали мучную нору и нашли ее. И они, когда нашли ее, сразу упали прямо в прихожую. И все мыши, которые были там, очень удивились. Ведь не каждый день ведь им падают внезапные гости. И одна мышь так испугалась, что хотела кинуть в охранника подушку, а потом все поняли, кто это, и обрадовались. Охранник сразу спросил мышей: а где портфель принцессы? Отдавайте его, сказал. Мыши сразу отдали портфель, сказали: да пожалуйста. Но в портфеле не было нот. Потом охранник узнал то, что ноты у мышиного короля. И они отправились к мышиному королю. По дороге они встретили хомячка, который крутил колесо и повторял музыкальный алфавит. Расскажи, пожалуйста, рядок музыкального алфавита от ноты ми. Ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, ми, ре, до, си, ля, соль, фа, ре. Да, и еще, пожалуйста, от соль. Соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, соль, фа, ми, ре, до, си, ля, соль. Хорошо.